Сейчас мы снимаем интервью МС Анюты прямо здесь, на месте, которое был казачок. Сейчас его нету, к сожалению. Так, мы будем задавать вопросы, ты будешь отвечать там, хорошо? Окей. Скажи, как ты начала заниматься рэпом? Я начала заниматься рэпом с 2010 года, когда была зима. Ты записывала какие-то треки, да? Да, там. Первый трек мой был. Там. С них идет там что-то. Понятно. Сколько у тебя уже альбомов? Вот сейчас, скоро новый, да, ведь альбом выйдет? Да. А когда конкретнее? Конкретнее 13 августа. Вот, альбом, возьмут от названия. Стадию. Сколько там будет песен? 20, не считая. Ну, считая с этим, с кипом. Это будет такой альбом по счету? 8? 8 альбомов, да, выпустила за 2 года? Да. Ты для, счита, для себя считаешь нормально? Да, нормально. А какой альбом тебе самый, вот, самый любимый, не считая этого нового, из тех семи? Ну, 7 мне понравился, и 6. 7 это по весне? Да. Он такой более экспериментальный, да? Ну, а клипы еще будут с альбома нового какие-то? Да, будут, зимой, весной тоже. Какие альбомы ты можешь назвать своими, там, одними из сильных? Там, и песня. 6 треков, да, в нем ходили? Да, у самой жёсткой. А где писали? На гараже, да? Это единственный релиз, который ты писала не на казачке, да? Ну да, конечно. Там слышно по сведению, там разный звук, да? Угу. Ну, клипы какие-то планируете снимать с нового альбома или со старых? Да, планируем, но со старых уже не будем, сейчас скоро будем. А почему не будем со старых? Ну, потому что уже написали. Новый альбом, новая работа, да? Да. Будет ли презентация альбома Nostalgia? Будет, конечно. Альбома и где, и когда? Да, будет там, возле клуба. Числа 4-го где-то. С сентября. Это пока планируете, да? Да, ну еще ничего не заготовлено. А, скажи, у тебя есть, ты есть в социальных сетях, например, ВКонтакте, там, в Твиттере? Есть в Твиттере, ВКонтакте, в Скайпе, в Одноклассниках. А ВКонтакте у тебя одна страница официальная? Нет, целых 3. Вот после презентации альбома Nostalgia планируешь заниматься дальше рэпом, писать альбомы? Да, собираюсь, будет такой IP альбом, типа похожий на зимний альбом такой вот, как бы будет. Больше вот. Будет всего такого. А такой вопрос еще задаю. Тебе не надоедает тем, что ты занимаешься? Рэпом, типа, да? Ну, нет, не надоедает, наоборот, нравится, что дома делать, типа. Растешь, скажем, альбомом, да? С каждым альбомом растешь, да? Ну да, и все лучше и лучше. Okay. Спасибо. Тебе больше нравится снимать клипы или писать альбомы? Я вам сейчас отвечу на этот вопрос. Просто если бы не было клипов, то и не было альбомов. А без альбомов как-то тупо и скучно писать клипы. А еще такой вопрос. Почему ты не пишешь просто треки, вылаживать там группу на сайт, а всегда радуешь новыми альбомами? Ты как бы хочешь радовать людей сразу целыми альбомами, чтобы не по одному треку там? Ну да, если по одному треку, это будет ненормально как бы. Что это? Один трек, просто альбом лучше. А вот на новом альбоме тексты ты сама писала или где-то еще вот кто-то писал тебе? Ну, я типа начинала с апреля, с выпуска по весне, и как бы 17 треков моих, и 2, и скит тоже мой, а 2 именно мне помогали люди писать. Ну, как бы я тоже помогала, я участвовала в этом, но большинство не писали. И еще была совместка одна. Ну, это понятно, короче. Это было интервью с МС Анютой. Все, пока, пока, пока. Нет, так типа, пока, всем мир, ждите альбом. Пока, всем мир, ждите альбом.